Я скажу так, если вы в долгах и у вас есть бизнес, он как рутина долговой, это говорится о том, что вы чего-то не знаете, вы не знаете законы экономики. А законы экономики это не ко мне. Вам нужно, может, посетить каких-то тренеров. Ну, найдите хорошего тренера, пройдите какой-то тренинг экономический, пройдите какие-то курсы, почитайте книги. Вам надо... Вообще, деньги живут по законам. Нам надо знать законы, по которым приходят деньги. И поэтому избавиться от долгов – это правильное распределение средств. Здесь необходимо все-таки пойти к специалисту. Тот, кто бизнесмен, тот, кто сегодня знает, как работают деньги, как выбраться из долгов. И ни в коем случае не вздумайте выбираться из долгов, беря опять в долг. Как некоторые покрывают кредит, берут еще один кредит. Это долговая яма, вы из нее никогда не вылезете. Иногда это мы вытягиваем ноги не по длине одеяла. Мы покупаем покупки, которые не способны оправдать. И опять попадаем в долговую яму. Поэтому здесь много принципов. И я не специалист в этом вопросе. Я рекомендую посетить какие-то образовательные процессы, которые помогут вам.